Продолжая тему отношений с женщинами, в лагере Трампа, судя по всему, решили, что лучшая защита – это нападение. Сегодня кандидат-республиканец вернул из небытия давнее обвинение в изнасиловании в адрес Билла Клинтона. Вот фрагмент беседы Трампа с ведущим телеканала Fox News Шоном Хеннетти. В одном случае имело место непристойное обнажение, в другом — сексуальные домогательства и приставания к женщинам против их воли. А также изнасилование. И изнасилование. И большие выплаты. Президента Клинтона в 1999 году обвинила в изнасиловании некая Хуанита Бродрик. Дело никуда не пошло. В этом году в Твиттере она вновь заявила, что когда ей было 35, Клинтон ее изнасиловала, а Хиллари пыталась заставить ее молчать. Сейчас ей 73, и боль никуда не ушла, пишет Бродрик. Почему она молчала все эти годы и заговорила в канун выборов, Хуанита не поясняет.